Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, встречайте Михаил Задорнов в ток-шоу «Неформат». Что вы хотите от «Неформата»? «Неформат» он и в Африке «Неформат». Друзья, здравствуйте. Пятница, вечер наступает, и, как всегда, в эфире радиостанции Юмор-ФМ начинается программа «Неформат». Почему всегда? Ну, потому что рано или поздно этот момент приходит. Михаил Задорнов вместе с нами в прямом эфире. Михаил Николаевич, здравствуйте. 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 Начинаем нашу программу, и раз мы «Неформат», то мы должны сразу зарядить неформатное мышление у наших слушателей. В той рекламе, которую я только что слышал о нашей передаче, странно очень говорится «Встречайте». Это такое ощущение, да, мы же по радио вообще-то выступаем. Да. Но и так, знаю, что там говорят, встречайте, я хорошо оделся сегодня, поверьте. Все-таки вы должны меня видеть сейчас по радио. Да, друзья, ну вы согласно можете... Согласно рекламе нашей. Да, можно это не только в радиоприемнике увидеть, если вглядываться внимательно, но и если вы зайдете в интернете на наш сайт веселорадио.ру, то здесь организовано... прямая трансляция, где вы можете увидеть все, что происходит в студии, в том числе и то, что остается за рамками программы, когда идет рекламный блок. Мы с Михаилом Николаевичем очень многое обсуждаем, а он делится с нами здесь такими очень откровенными мнениями на тот или иной счет. Интересно, что у меня на канале YouTube вот эти места, которые не проходят по радио, потому что в это время идет реклама, пользуются особой популярностью и набирают очки, потому что я не знал сначала, что эти моменты в онлайне транслируются. И говорил то, что думаю, а не то, что надо говорить. Как я себя, видите, я над собой тоже могу пошутить. Это высшая степень чувства юмора, когда человек может пошутить над собой. Друзья, ну а у нас традиционно вы можете держать связь со студией Юмор-ФМ благодаря вашим смс-сообщениям со всех мобильных телефонов на короткий номер 8870. Также звоните 0731, такой же короткий номер, эти услуги две платные, там не очень большие деньги, но тем не менее большое удовольствие получите. 0731, задавайте ваши вопросы, в итоге программы, в финале программы подведем небольшие итоги и лучшие вопросы в наш блиц включим, на которые ответит Михаил Николаевич. Также я хочу сказать, что вы можете присылать любые ваши наблюдения, занимательные случаи, которые вы видели, может быть, в которых участвовали, к нам на короткий номер, мы обязательно это все прочитаем. Ну, а я, наверное, начну, да? Конечно. Долгая творческая командировка, и опять из нее вы что-то привезли. Да, немного наблюдений, может, они не очень смешные, но забавные уж точно. Вот в Минске, в Беларуси, название салона женской одежды крупных размеров. Чемо и по латыни дама. Чемодама. Ну, забавно, не знаю, какой-то образ рисуется весьма аппетитный, вырисовывается. Ветеринарная клиника в Москве только что проезжал. И вот думаю, а, что-то мало наблюдений. Взглянул в окошко, наблюдение. Ветеринарная клиника неподалеку от вашего радио. Ремонт животных. Это, видимо, уже все-таки узбеки начали писать название. Вы знаете, я сегодня приехал в Москву, и я сдурел. Ко мне в вагон... зашли 7 носильщиков и все таджики. Во-первых, я 7 не просил приходить. Но раньше было 2 русских человека, пьяницы такие, алкоголики, очень добродушные. А теперь 7 человек сразу ко мне пришли, не знаю, они меня не узнают, я не знаю, кто их пригнал. Они один другого страхуют или там стучат друг на друга, не знаю. Ну вот, знаете, было такое ощущение, что меня депортировать хотят из Москвы. Вот я приехал, и сразу таджики депортируют. Мол, вы русские, уезжайте из Москвы. Все, вы не наш. Здесь будет. Михаил Николаевич, так а как это происходило? То есть все 7 человек собирались нести ваш чемодан? Я чемодаму? Чемодаму мою. Но двое несли, остальные ходили вокруг, рядом. В оцеплении. В оцеплении тех двух, которые переносили мои чемоданы. Я не знаю, их так много, что им работы, видимо, не хватает. Может быть, они делятся друг с другом. Они только... Вы знаете, в Москве тут случай мне племянник Алеша рассказал. Значит, 2 машины столкнулись. Ну, и у дамы сотрясение мозга, не у чемодамы, а у дамы на переднем сиденье. Но выходят 2 водителя и начинают базлан на таджикском друг с другом. И подошел милиционер, ну, извините, полицейский, простите, мент, по-русски будем говорить. И с ними по-таджикски говорить начал.
Более того, вызвали скорую помощь, приехала, и врач по-таджикски стал говорить. И все стоят, говорят по-таджикски, толпа ничего не понимает, один говорит из толпы: «Вы что у нас в Москве по-таджикски разговариваете?» Я ему говорю: «Ты откуда?» Он говорит: «Я из Молдавии». Представляете, сегодня я впервые, приехав после трехнедельного отсутствия в Москве, ощутил ужас того, как продают Россию просто вот направо, налево, в азиатскую сторону, в европейскую, куда угодно. Я хочу, кстати, к этой теме потом вернуться, а пока... пока алкогольная продукция, магазин алкогольной продукции называется «Беспохмельная Русь», Запорожье, улица Победы, магазин напольных покрытий. Гениально называется. Топай по-хорошему. Да, хорошее название. И спортивные мероприятия по многим городам России проводятся. Вы представляете, это же надо было такое назвать. Наверное, повлияли мои выступления, в которых я говорю, что надо придумать русские слова, новые, современные. Малышня участвует в спортивных соревнованиях, называется «Малыши Ада». Причем «Ада» выделено, «Малыши Ада». Такой вот текст песни Юрия Нельсон. Вы знаете такую? Юлия Нельсон. Юлия Нельсон, ну, наверное, сейчас узнаю. Узнаете. «Песня». Не пропою, но вот как мой друг Владимир Качан придумал такой жанр — читать тексты песен, как стихи. Вот начало. «Песня о любви, предупреждаю, вскрытие покажет». Это первая строчка песни. «Что я тебя любила до конца». Так. Уже не связуха полнее. Дальше. «Вскрытие покажет, что я тебя любила до последней своей минуты». Вы можете этот процесс вскрытия представить? И что она любила... Вот. Что еще интересного было? Ну, Юлия Нельсон, которую мы так пропиарили, набрала свои 18 плюс этим текстом. Сейчас. Вскрытие до конца. 98 плюс. Вскрытие до конца, от слова «конец» уже плюс 18. Ну и порадовала наша любимица, конечно, Собчак. Ксения, не знаю, насколько это правда, но достаточно люди, знающие, мне это рассказали. Видите, я не говорю компетентные, я по-русски выражаюсь, знающие. Знающие жизнь там, в верхах. Не мы с вами. Ксения позвонила Дженнифер Лопес. Это Дженнифер Лопес, да, у которой все засиликонено сверху донизу, с мозгом вместе. Не, Михаил Николаевич, просто перед эфиром вы меня спросили, а это та, которая что-то сделала своим задом? Это ну, видите, я в эфире все-таки выражаюсь... Я просто помню тот... На плюс 12. А в эфире надо на плюс... Да. И... Ну, а наш борец за... Что? За силикон. Борец за силикон. А Собчак решила, что она борец за демократию. И хотела спросить, как Дженнифер Лопес относится к всей ситуации с Пусси Райт. Ну, а у Ксении действительно английский ведь хороший. Я ее помню еще совсем маленькая. Она уже тогда по-английски хорошо говорила. И она решила произнести с «That's Собчак, Собчак». Ну, я так не умею по-английски. «Собчак». Вот, what do you think about Pussy Riot? Или как-то по-другому, но, в общем, прозвучало «Собчак» и «Пусси Райт». И та сразу повесила трубку. Решила, что какой-то тролль всемирный звонит, потому что мало того, что «Соуп» мыло, а «Чак» тошнить, то есть «рыгаловка» по-русски. То есть мыло-рыгаловка звонит и спрашивает про бешенство матки. Пусси Райт. Дженнифер Лопес думает: так, силикон начал действовать, пора заканчивать. Силикон у нее свернулся и вскипел во всех местах от такого. Друзья, у нас сейчас небольшой перерыв будет, во время которого вы насладитесь полной мере рекламной паузы на Юмор-ФМ. А мы вернемся через пару минут. Наслаждение, рекламная пауза. Друзья, мы продолжаем программу «Неформат» в прямом эфире из московской студии «Юмор-ФМ». На всю страну и зарубежье вещает радиостанция «Юмор-ФМ». Ну что, у нас есть уже сообщения от вас. Спасибо большое, что пишете их. Мы обязательно их вам прочитаем. Пока хочу остановиться на одном. Ну, здесь вот пишет человек: «Здравствуйте. А почему проиграла сборная России по хоккею?» Сергей Беляев, Белгород. Спасибо. А потому что у нас не выращивают хороших хоккеистов, не готовят так, как это было раньше. Ведь фильм номер 17, он замечателен чем? Великий тренер Тарасов. Сегодня на место тренеров большей частью пришли менеджеры.
которые выращены по западной системе, по формуле растить человека. И в этой стране, в которой столько газа, нефти и других ископаемых, нет денег на развитие спорта. Люди сами платят, родители, за то, чтобы обучали детей спорту. Это же бессовестность, это же предательство. Советский спорт, никто не мог сравниться с советскими спортсменами в мире. И те же пресловутые американцы всегда были на втором или на третьем месте. Китайцы отставали. Но строились площадки спортивные, стадионы строились. А сегодня же этого нет ничего. Наоборот, родители платят. Это безобразие. За это не увольнять надо. За это надо бить ногами, как мы с вами говорили в прошлом. Брать министра спорта и вставать кружком всей страной вокруг него и говорит: «О, собачий сын». И как мы выносили, общественное порицание выносить надо. Ну что, Путин или Медведев, меняют их местами. Одного чиновника на место другого. Завел Министерством обороны, стал Министерством торговли заведовать. Нормально? Он ни там не специалист. Они меняют их, как карты в колоде, и думают, от этого должна улучшиться ситуация. Системы-то нет. Не разрушена система. Вчера была разрушена последняя система, которую приготовил в советском спорте Тарасов Великий и его великий коллега Чернышов подготовили. Все, вчера это рухнуло. Оказалось, когда нет НХЛовцев, наши, они как юниоры играют. Они неплохо играют, но они понятия не имеют, во-первых, что такое Родина. Но я их и не сужу за это, потому что Родина, когда над ними эксперименты проводит, то как они могут ее чувствовать? Ребят, мне очень жалко спортсменов. Мне спортсменов больше жалко, чем болельщиков. Для меня вчера было такое потрясение, как будто закончилось прошлое, была концовка, вот последняя капля, с которой утекла прошлая замечательная жизнь. Невозможно даже представить себе, чтобы я в юности думал о том, что наша хоккейная может так проиграть. Зачем нам в Сочи Олимпиада? Задайте себе этот вопрос. Для того, чтобы деньги заработать чиновникам. Эти деньги, которые пущены на Олимпиаду, пустите на строительство стадионов, площадок, бассейнов. И мы будем на Олимпиаде первыми в результате. А так, чиновники будут первыми по показателям на Кипре. Но мы опозоримся во время Олимпиады. Это Олимпиада чиновников, Олимпиада по воровству, по отсосу закромов Родины денежных. Вот что показал хоккей вчера. Все, закончилось, баста. Этих чиновников надо всех, да и сажать тоже бессмысленно. Надо налаживать другую систему работы. А Кремль не понимает, какую систему надо налаживать. А оппозиция еще хуже. Те вообще не говорят про народ. Те только выгуливают свои ожерелья во время своих демонстраций. Все, я разволновался. Мне так нельзя волноваться. Ну, у нас просто есть в тему абсолютно опрос. Друзья, заходите на сайт веселаярадио.ру и проголосуйте. Наша голосовалка сегодня звучит так. Наши проиграли в хоккей американцам. И три варианта ответов. Не так были расположены звезды, ну, не в тех звеньях. Надо было выпускать Третьяка, Фетисова и Михайлова. Или еще один вариант. Это их месть за раскрытие американского шпиона. Да, это, конечно, забавно. А насчет перестановки хоккеистов, ну что говорить об этом, когда у нас, еще раз повторяю, надо платить за то, чтобы дети занимались самодеятельностью или спортом. Вот в чем преступление. А вот лучше давайте когда-нибудь проведем голосование. Кто считает, что должна быть Олимпиада в России, а кто считает, что эти деньги должны быть с пользой для народа реализованы? Но чиновники же при этом говорят, что вот те бассейны, те ледовые площадки, многочисленные объекты инфраструктуры, которые будут построены в Сочи и строятся уже сейчас, они будут использованы потом действительно для народа. В Сочи для народа, да. А народ-то у нас не только в Сочи, между прочим.
Все могут туда приезжать. Правда, губернатор Краснодарского края говорит о том, что, друзья, вы приехали, поработали на сочинских объектах, получили свою зарплату и езжайте обратно. Ну вот, знаете, меня еще обижает, не то что обижает, меня расстраивает, что люди не видят основной причины всегда. Им кажется, что если поменять вот людей местами, то наладится система. Нет, систему надо налаживать. Ну вот, да, вот смотрите, на трассе Смоленск-Москва, железнодорожный переезд со шлагбаумом, за 10 лет ни разу не был перекрыт. Однажды образовалась пробка, которая продвигалась через 5 минут. Оказалось, красили шлагбаум. То есть опускают шлагбаум, перекрывают главную трассу страны. Выбегает человек, 5 минут красит, потом открывают. И так продолжалось весь день. Ну и как при такой системе может нормально жить страна? Вот это во всем и в хоккее, я думаю, вмешались в хоккей чиновники. Я думаю, что спортивные чиновники, которые классно показаны в фильме «Легенда номер 17», я думаю, что и они притащили своих протеже. Что делают наши спортивные чиновники? Они рассматривают спортсменов как средство для заработка. Они покупают легионеров вместо того, чтобы своих воспитывать. Почему? Своих воспитывать дорого, а легионеров навариться можно. Мы попали в жуткий капитализм. И кто еще не понимает, что система капитализма – это система бесовская, вот тот до сих пор и ошибается. И пока мы будем верить, и хоккей у нас не наладится, и Большой театр у нас будут ходить ради того, чтобы выгуливать ожерелье. Мы попали в чудовище. Мы никак не можем понять основного, что славяне и русские счастливы творчеством, а западный мир – заработком. Для творчества нужен заработок, но мы разные совершенно. Вы да хотите вы, мне пока сказать, вы что... Я просто хочу сказать, что это правильные абсолютно слова, и то, что сейчас произошло, да, с нашей сборной по хоккею, оно иллюстрирует, ну, правда, положение, в том числе и в спорте, и отношение, в том числе и наших русских людей, россиян, назовем их так, не только русских, ну, тех людей, которые живут в России, отношение к своей родине. Потому что представить себе, чтобы там в Советском Союзе, да, такое произошло, было нельзя. Ровно по той причине, что была выстроена другая несколько система. Тут Брызгалов, вратарь нашей сборной, высказался относительно того, что он не считает негативными... Ну, точнее, он сказал, его слова там интерпретировали, он сказал по поводу того, что при Сталине не было уж так много негатива, потому что он поднял страну, и у людей было оружие на руках и так далее, и это нужна была железная рука. Да. И на него спустили всех собак. Это было прямо накануне там финального матча. То есть... Но это тоже безобразие. Вы чего на Брызгалова-то тянете? Когда нет системы защиты, всей системы нет. Мы защищаем сейчас грудью ворота, как это было в советское время. А я согласен с Брызгаловым. Спускайте на меня собак. Спускайте, злитесь. От злости быстрее человек помирает. Злитесь. И давайте. Хорошо, если меньше жить будете, злюки. Злыдни. Но... А смех жизнь продлевает. А да? Смех продлевает, да. Ну и к смеху мы вернемся. Брызгалова совсем жалко. Он сказал единственный раз в жизни то, что думал, и в результате они у него отняли энергию. Да. Рекламная пауза на Юмор-ФМ очень короткая. Надо про Мутко было это сказать. Вот точная фамилия. У нас в спорте Мутко. Все, можно после этого рекламу запускать. Хорошо, отлично. Куда же от правды деться, Михаил Николаевич? Со Сталиным, да, мы уже разобрались. С Мутко тоже, пожалуй. А что, советский спорт ведь здорово был организован. И когда мне написали в блоге, да, в финской олимпиаде, потом всех, кто вернулись за то, что заняли третье место или второе, я сейчас не помню, в Хельсинки, всех расстреляли и посадили. Ну, вообще, ни одного не посадили. Ни одного не расстреляли. Ничего подобное преувеличивают. Преувеличивают от страха, что Советский Союз создал систему настоящей независимости от мировых негодяев. И не мировых негодяев до сих пор трясет, что где-то когда-то была такая территория. Да, мы не сладко жили с точки зрения быта. Но то, что делается, то, что сейчас происходит, конечно, мне, жившему тогда, мне обидно это видеть. Хотя, конечно, один человек мне сказал, да, это вот этот анекдот, ты по этому анекдоту живешь. Я не помню, рассказывал нет, но я повторю, не все же слышат нашу передачу. Когда два старика, это я сейчас о себе, один из них, я, сидят на заваленке, а мимо проходит классный такая, такой бобец, такой классный, такой гламурный деревенский. И один из них говорит, уже ему лет 90, говорит, смотри, раньше вот
есть, как раньше, ничего в душе не поднимается. Вот прошла такая баба классная, ничего, никакой реакции. Вторая говорит, да, не те бабы пошли. В этом смысле можно, конечно, и над моим возрастом посмеяться. Зато, Михаил Николаевич, шпионы все те же. У нас на этой неделе произошла совершенно феерическая история. Сотрудники ФСБ... Ой, простите, пожалуйста. Да. Ну, единственное, хочется сказать, пускай таких фильмов будет больше. Сейчас, говорят, хотят запустить фильм про Яшина, про Харлама, про Яшина. Ну, действительно, надо это делать. А то молодые люди же ничего не знают из этого. Я, например, хотел быть сначала Хрущевым в детстве, а потом Яшиным. Когда понял, что Хрущевым бесперспективняк стать, и меня просто снять могут в любой момент. Да? Да, я решил кукурузу стать... не люблю, да? Початок не тот. И решил стать Яшиным. А Яшин, я... Ну, хватит смеяться, дайте договорить. А я одному говорю, молодому человеку в поезде ехал сегодня, говорю, ой, представляете, про Яшина фильм. Молодая пара стоит, подошла, как всегда, сфоткаться. Я говорю, про Яшина фильм снимают. Он говорит, ой, это вот этот фильм, в котором Депардье будет играть Кадырова. Смешалось в башке все к чертовой матери. Вот почему Кадыров Инстаграм закрывает. Очень похож на Депардье. О, Депардье на Кадырова, не оскорбляйте Кадырова. Да, конечно. Да. Итак, сотрудники ФСБ задержали в Москве агента ЦРУ. Да. Это произошло в ночь с 13 на 14 мая. Органы контрразведки ФСБ России при попытке вербовки сотрудника одной из российских спецслужб задержали кадрового сотрудника ЦРУ США Фогла Райана Кристофера, который работал под прикрытием в должности третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве. Дальше целая куча сообщений на эту тему. Дело в том, что задержанный агент ЦРУ предлагал $1 миллион за сотрудничество своему потенциальному визави, да, тому, кто... Это был, видимо... Без налогового причем. Да, вы сможете 13% НДФЛ сэкономить, сказал он. Так, мы готовы предоставить вам $100 тысяч США и обсудить ваш опыт, экспертизу и сотрудничество, говорилось в письме. Также в бумаге бы этой был описан способ дальней связи с авторами письма через почтовый ящик Gmail, зарегистрированный без указания личных данных, и предлагался $1 миллион за какие-то ценные сведения. Удивительнее всего, с чем задержали этого шпиона, его задержали с двумя париками, с атласом Москвы или с картой Москвы и с компасом. Ну, все... Набор ЦРУшника обычный. Да. И бумага, вот эта бумага, туалетная. Конечно, прилагается. Не туалетная бумага, а вот эта бумага, на которой было написано, что нужно делать. Уважаемый друг, если ты хочешь стать нашим пособником, пожалуйста. По-русски было написано? Да, по-русски, конечно. А, то есть он еще и русский плохо знал? Ну, через Google Translator. И он через Google Translator, и он в метро раздавал. Как этот вот, не мерчендайзинг, а как он там, девелопер. Я не помню, ну вот это вот. Вот это фуфло ходит, раздает бумажки. Впереди у него... ЦРУ написано. Впереди ЦРУ, а сзади дубленки шубы, чтобы отвлекать внимание. Смешно. Он раздает. Кто хочет $1 миллион? Так вот, этот Фогл, по сообщению агентства Интерфакс, был взят под наблюдение сразу по прибытию в Москву. Он прибыл, между прочим, в Москву весной 2011 года и вел свою подрывную деятельность в метро на Бабушкинской. Он так распространял. Да, в роли человека-бутерброда уже 2 года. Гениально. Понимаете? И много секретов. Ему один сказал, я могу вам рассказать, как колбасу делают в России, как отравить свой народ можно. Ну, да. Так вот, западные СМИ, после того, как это все произошло, больше всего, конечно, высмеивают этого шпиона и пытаются разобраться, как же правительство США могло допустить такую оплошность. В частности, Вашингтон-Пост потешается над тем, что у шпиона обнаружили компас. Кто использует компас в нашей... В метро в Московском, а там же не разберешься. Ну, по мху там не разобрать, потому что темно, понимаете, где север. И бомжи, ни у кого не спросишь ничего. Воняет. Конечно, только по компасу пройти. Нью-Йорк Таймс говорит, что вооружив его компасом, картой и старым мобильным телефоном и набором париков, ЦРУ допустило огромную ошибку. Чего он надеялся добиться с помощью лохматого и плохо сидящего парика? Все очень смешно. Задается вопрос. Под париком Таймс. Компас. И каждый раз снимать парик, доставать компас и сверять. Он правильно на Бабушкинскую? Нет, он все прятал под париком. Я не могу, это голливудский фильм просто. Журналисты The Wall Street Journal пишут о том, что шпионская история напоминает костюмированную вечеринку. Костюмированную, наверное, да, правильно. Маша Белкина сейчас там возле
радиоприемника обратила внимание. Эксперт также отметил, что язык письма, который адресован жертве вербовки от лица анонимных друзей, является комичным и мультяшным. Но это правда. Ради интереса можете почитать, у нас на сайте лежит это письмо. Там такие обороты. «Дорогой друг, если ты хочешь...» Ну, точно переводил этот транслейтер. Да, но на самом деле многие сейчас отмечают вот что, что вероятно, ну, да, окей. Но как это могло произойти? Вот я не вещаю. Это же было еще, было накануне вот этих совместных заявлений Обамы и Путина, да, относительно сближения наших двух стран и так далее. На фоне того, что по бостонскому делу активно помогает ФСБ России, американской стороне, по братьям Царнаевым, ну и так далее. И многие сейчас говорят о том, что, возможно, это была такая подстава какая-то, кому-то нужная, даже не на уровне, там, может быть, государства. России сделать такой шаг в сторону России, мол. Ну да. Да? Мол, это вот мы вам сдаем нашего. Да, да, кстати, американские издания сравнивают то, как взяли Анну Чапман. Да. Как, ну, как не взяли, как разоблачили, да. Она как тоже с компасом была испытана. Нет, в том-то дело, что они говорят, вот Анна Чапман при этом какая симпатичная девушка, молодая, очень образованная, которая была по последнему слову техники... оборудована. Я пытался избежать этого слова. Ну, которая располагала каким-то набором, арсеналом там разных шпионских штучек, и тут человек с компасом из Соединенных Штатов. Что это? Кто? Они Россию так представляют. Шпион без компаса в России не шпион. Это замечательно. Нет, ну, наверное, так, чтобы они тебя точно раскусили, возьми парики и компас. И веревку, и мыло еще. Ах, да, но тут даже комментировать нечего. Это, ну, я думаю, что это какая-то специальная подстава, что тут разыграно. Или, если такие агенты у ЦРУ, то ЦРУ пора учиться у Голливуда, как воспитывать своих агентов. В Голливуде агенты посерьезнее выглядят. Да, у нас еще есть много очень сообщений. Тогда переходим от этой прекрасной темы к другим. Но, в частности, на этой неделе у нас возник наш любимый глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. С констатацией, у нас ни одна передача без него не обходится. Да, с констатацией факта, что в последние годы мужчины все чаще предпочитают совмещать пассивный отдых с перееданием, а не занятием физкультурой. Дальше блестящая цитата, я позволю ее себе зачитать. «Я много раз говорил, цитирую я Геннадия Онищенко, что в нашей стране есть один, к счастью, не олимпийский вид спорта. Метание пончиков в желудочно-кишечный тракт мужчины в положении лежа перед телевизором». Но его пора приглашать в нашу передачу. То есть, насколько точно, да, это ну, очень скажу. Точно сказано. Да, это страшное дело, поскольку этот образ жизни малоподвижный, мужчина отвоевал площадку добытчика в своей квартире, ему добывать ничего не надо. Добывает пончики. Да, добывает пончики. Лежа на диване. И ест их. Да. Да, удивительно, почему это только про мужчин, говорит глава Роспотребнадзора, потому что, ну, видимо, женщины не особенно увлекаются пончиками. Или это не так опасно? Да, женщина, ну, знаете, вот древние фигуры матери, они всегда очень полные. Мать, она должна быть мать такая, а пончикообразная. А тут я могу сказать только то, что я всегда говорил, то я впервые могу согласиться с Онищенко. Мы всегда высмеивали его, а тут, по-моему, он послушал наши передачи и стал выражаться образно. Я повторю то, что я всегда говорил. Есть русское слово «чревоугодие». Оно замечательное. Оно означает «червям угождать». Съел пончик, червячок покушал. Так у нас называется «заморить червячка». Мол, червячок заморился. Столько ты пончиков съел, что тут помер просто червячок. Чревоугодие – это глистов кормить. И я все время говорю, что червей кормить, ребята, одно это слово. Как хотите обожраться, вспомните это слово. И это как код будет срабатывать, как поставленный код. И помните, что зубы у человека выпадают от того, что он, во-первых, много жрет, они стираются, а во-вторых, к старости, чтобы жрал меньше. А в результате все делают зубы себе ставят и жрут, жрут, жрут. И поэтому и помирают рано. Есть надо мало, и тогда вообще выйдешь из мира потребления. Люди, которые мало едят, им меньше вообще в жизни надо. Вот делать вкусную еду – это один из способов посадить людей на иглу мира потребления.
Когда человек хочет жрать, он всего хочет больше. Это эзотерика уже пошла. И в этом смысле мужик, который пончики жрет у телевизора и смотрит футбол, ну что, это будущий раб. Кстати, о рабстве. Сколько у меня есть времени? Или потом. Нету времени. Хорошо, тогда после рекламной паузы. У меня есть очень одно интересное наблюдение, связанное с Россией и с Америкой. Но мне нужно пару минуток, тройку на него. Хорошо, обязательно. То есть, Михаил Николаевич, мы, если был бы чемпионат по поеданию пончиков, все равно проиграли. Я бы проиграл. Я бы зубы вынул, на полку положил и все. Пару минут дайте нам, друзья, чтобы вернуться в студию. Друзья, здравствуйте еще раз всем, кто присоединился к радиостанции Юмор-ФМ. В прямом эфире программа «Неформат». В студии в Москве Михаил Задорнов, который отвечает, как всегда, на ваши вопросы, подводит итоги недели. И Михаил Николаевич, помогаю я, меня зовут Максим Забелин, я продюсер Юмор-ФМ. Я хочу принести сейчас небольшие извинения тем, кто отправлял нам СМС. У нас произошла какая-то непредвиденная техническая проблема на сервере, и они какое-то время не приходили. А потом вдруг навалилось их огромное количество. Сейчас мы это все обработаем, так что ваши наблюдашки, как они называются, никуда не пропали. Мы обязательно их зачитаем. Ян Розенберг, наш редактор, обязательно все принесет. Ну а пока, Михаил Николаевич, вам слово. Обещанная, анонсированная история про рабство. Знаете, я не был в России. Ну, в нескольких странах был. Неважно, где я был. Но... Я не умею отдыхать. Ну, что такое отдыхать? Это, да, по-русски, это сесть в самолет, напиться, устроить скандал и потом валяться на юге, похмеляясь 15 дней на топчине. Я не умею. Для меня отдых — это интересно думать, наблюдать. И вот к какому выводу я пришел. Меня заинтересовало первое. Почему перестали хранить радиоактивные отходы в России? Ведь в свое время, в 90-е годы, на этом делали бабки наши так называемые либеральные силы от власти. То есть предавали свой народ, позволяли захоронения радиоактивные. А сейчас прекратили. Я стал разматывать. Я к страшному выводу пришел. Понимаете, Европе грозит затопление в скором времени. И довольно скоро, потому что лед тает по полной программе. На севере. Но Копенгаген этого не заметит, они обкурятся и не заметят, как уйдут на дно Голландия с Бельгией. А в Америке грозит, во-первых, огромное количество афроамериканцев, пуэрториканцев, мексиканцев, латиносов на юге, а на севере похолодание. Практически в этих районах нельзя будет жить. И что получается? Они готовят Россию для переселения сейчас. Россия должна быть приготовлена для переселения белого населения высшей расы, европейской и американской. И все на... Вот первое, они прекратили радиоактивные отходы хранить. Второе, всех умных людей забрать из России, развести по другим странам, оставить только рабски мыслящих. Лишить образования, чтобы люди были менеджерами и выполняли поручения команды. А смотрите, дороги стали давать деньги на дороги. Вообще все благоустраивают для себя. Они сюда приедут, а тут все надписи на английском, они уже знают, куда пойти. Все официанты говорят «фреш». Все знают, все меню, все иностранные практически. Смотрите, они приготовили Россию практически для рабства. Но они не знают, что придумали Кремль. Никогда не идите против русских. На любую вашу умность они придумают свою глупость, которую назовут хитростью. Примерно я пересказал по-своему Бисмарка на сегодняшний день. А Бисмарк, между прочим, будучи канцлером, до этого учился в Петербурге, знал русских. Вот почему завезли такое количество гастарбайтеров. Это пилотный проект. Это пилотный. На них обкатывают. Это их пилотный, а на самом деле они приедут, а тут все таджики. Вот так вот. Это наша месть будет переселенцам, первопроходимцам. Да. Так что, ребят, так быстро с Россией не справишься, потому что Россия соображалка, кстати, готовит, по-прежнему работает, несмотря на то, что пытаются лишить всего. И первое, чтобы разучить наших людей думать и соображать. Вот
замечательный пример в этом. Детские горки в Турции отключили воду на детских горках. И ни одни дети ни одной национальности на детских горках не катаются. Кто катается на сухих горках, только русские. Как? Со своим ведерком воды идет, поливает и на попе съезжает. Вот так мы и съедем вовремя, сами себе полив дорогу. Да. Я хочу сказать, что вот историю мы с гастарбайтерами затронули. На этой неделе Владимир Жириновский озвучил одну идею. Да, в ходе встречи Владимира Путина с лидерами думских фракций Владимир Жириновский предложил предоставлять русским поселенцам гражданство не через 8, не через 5 лет, а сразу приехал и гражданин России. Ну не уезжай, живи там 10 лет. Я сейчас цитирую Владимира Вольфовича. Речь идет о людях, которые едут на Дальний Восток. То есть те, которые не имеют русского гражданства, но имеют русские корни. Вот. Или выучил тарелька и кон. Тарелька и русский корень. И поехал корень на Дальний Восток, да. Я думаю, что Жириновский озвучивает до какие-то мысли, до того, как Кремль выскажется. И я думаю, что это он как бы настраивает народ уже на то, что в будущем готовится. А в этом же сообщении РИА Новости сказано следующее. Это вариант. Нужно подумать. Вот, пожалуйста, я угадал. Нужно продумать до деталей, но предложение хорошее, сказал Путин. Ну вот, Путин сказал. А, смотрите, я не знал этого. Вот, скажите после этого, что я не колдун. Я недавно одному мужику сказал, он говорит, ты экстрасенс? Я все издеваюсь над людьми, которые верят, что я колдун. Ну каким образом? То есть он идет, видит, что вы на вокзале фотографируетесь с людьми, таджиками, и говорит, вот экстрасенс, вот так это происходит? Нет. Я был в гостях. Ну, меня повели русские, знаете, они любят показывать свои квартиры, свои дворы. Вот приезжаешь к интеллигентному иностранцу, но никто не догадается повести тебя в туалет и показать, какой плиткой выложен туалет. Это только наши, сумасшедшие, все время вот, смотри, какой я унитаз купил. Посмотри, как... да зачем мне это надо знать все? Ну, и он ходил, показывал, я уже устал от этого. И подводит к гаражу меня. И я ему говорю, а там мягкая такая дорожка, знаете, такая, ну, полуглинистая почва. Я говорю, а что ты недавно заносил в гараж? Тяжелый. Он говорит, ты что, колдун? Я говорю, колдун. А как я узнал, Максим? Во-первых, следы к гаражу идут, раз, значит, он туда ходил. Но следы туда глубже, чем следы оттуда. Значит, он шел под нагрузкой. И все! Вот так дурят народ те, кто ясновидящими представляются. Я так столько народу задурил. Я одной девушке говорил, ты вчера с 4 до 15 минут 5 слушала такую-то песню. Там подруги моей дочери. Она говорит, вы колдун. Я говорю, да колдун. Я их не разочаровываю. Но у нее на плеере время, когда она это слушала. И все. И вот так можно дурить все человечество. Чем, собственно, миллиард золотой пользуется. Я просто привожу примеры. И наш неформат называется, чтобы люди научились думать неформатно, но чтобы хоть кто-нибудь этому научился. К сожалению, неформату наши дети обучаются в другом смысле. В цирке. Гениальный случай. Вот то, что вставляло нам, уже не вставляет сегодняшнему поколению, потому что если мы были воспитаны еще, ну, хоть на каких-то знаниях, сейчас же так говоришь, звонишь, спрашиваешь, какая погода? Вот я в Ригу звоню, спрашиваю у там молодых родственников, какая погода в Риге? Они говорят, сейчас в интернет загляну. Выгляни в окно и скажи, дождь идет или нет? Нет, он в интернет мне заглядывает. Раньше по закату я знал, какая будет на утро погода, я никогда не ошибался. А сегодня никто не знает, как посмотреть на закат. И такая же, что и вот еще интереснее история в цирке. Мой дрессировщик засовывает в пасть льву голову, и дети не удивляются. Потому что в мультяшках лев – доброе существо. И ничего страшного. И только один на весь зал спрашивает. Старшие вздыхают. А молодежь сидит нормально. Для них это нормальное мультяшечное явление. Тем более в американских мультяшках. И только один спрашивает. Папа, а в это время у дрессировщика голова во рту, в пасти у льва. И один громко говорит. Папа, а если в это время льву лазерным фонариком посветить? Вообще, другое мышление совершенно. Но соображалка есть. Интине формат еще бога нас в рабов не превратили. Я хотел просто рассказать эту историю, потому что
она очень точно относится, с одной стороны, к отдыху, о котором мы начали говорить, и с другой стороны, впереди нас ожидает летний сезон, с другой стороны, а вот этой вашей любви, о которой вы сказали, любви русского народа, это правда, так? К демонстрации того, что вот у нас есть в квартирах, в том числе, правда, все ведут в туалет, смотри, какой у меня унитаз, а здесь я повесил писсуар. Ну это вообще пошлятина какая-то, и я должен... Какой стульчак? Это же трон! Трое мужчин, молодых людей, заселились в турецкий отель. Да. В турецких отелях кое-что иногда ломается. Ну да. Историю рассказывал мне очевидец событий. И вот сломалось самое неожиданное и самое неприятное. Сломался унитаз. Да. Как он мог сломаться? Он не спускал воду. Ага. И они какое-то время пытались это поливать душем и так далее, но когда там накопилось достаточно большое пробка количество... Пробка образовалась, да, трафик. Да. Один сходил, у него ничего не получилось смыть душиком, он думает, позову смотрителя. Он, не зная ничего, ни слова по-английски, зовет ее, эту девушку, которая убирает, или там женщину, зовет жестами сюда, ком. Два слова по-английски. Ком. Она идет за ним покорно, удивленно, что там случилось. Ком. Дверь туалета открывается, картина. Лук. Она наклоняется, он нажимает на клавишу, и все смывается. Это смывается. Ой, ужас. Какой кошмар. Что думают турки о русских после этого случая? После этого случая. Ком, лук. Хлобый. Да, все уже. По поводу вот этого мужика, да, который, помните, дебош устроил. И Как не помнить? Он из Саратова. Я скоро в Саратов еду, я готовился к поездке. И спрашиваю, что у вас есть интересного в Саратове, спрашиваю. Ну, чтобы я сказал, ничего, весь Саратов только про него говорит. Ничего больше интересного. Пока ничего интересного. Нет, только вот единственный случай, который чем отличился Саратов. Да, Сергей Кабалов, его зовут, он какое-то время, это в январе произошел случай на самолете Москва-Хургада, но он получил очень громкий резонанс. Там, если вы помните, он устроил дебош. Стюарта избил. Да, избил стюарта. Попутно еще задел нескольких. Пытался там десантироваться где-то в районе Минска, в итоге его... вынуждены были посадить самолет, и его посадили там на какое-то время, задержали в Беларуси, и вот через несколько месяцев его наконец-то на этой неделе отправляют в Россию. На этой неделе или вот там в ближайшее какое-то время. Весь Саратов действительно ждет, ему грозит 12 лет. Да. И после этого возникла история с ужесточением законодательства, которое предписывает, что нужно на транспорте более спокойно себя вести. И после этого люди начали многие... Вот это потрясающе, что в интернете множество комментариев, мол, как это так, почему ужесточает меры, мы теперь не можем летать. Я прямо... Как мы теперь будем летать, если морду нельзя бить в самолете никому? Ну как может развиваться вот... Как этот народ не заслужил пока что жить лучше, пока такое количество агрессивных людей, враждебно друг другу настроенных. Я, конечно, я тоже любил, что там говорить, выпить в самолете, но все это никогда не превращалось в драку. Я однажды, после того, как вел огонек новогодний, летел в самолете в Ригу. И я был так доволен, что мне предоставили честь поздравить с Новым годом бывший советский народ, вместо председателя Совета министров, вместо генерального секретаря и президента уже в то время, что я в самолет погрузил ящик шампанского, ящик водки. И всех напоил в самолете. Так что мы делали? Мы всем самолетом бегали с одного борта на другой, раскачивали. Нам было интересно, он будет качаться в полете или нет? Ну, идиоты! Конечно, надо и по отношению к таким людям ужесточать меры. А народ, видите, возмущен. Как это так? В его защиту выступают. Вот, но если мы не сделаем, Европа сделает. Европа уже требует запретить полеты российских самолетов над многими европейскими странами. Почему? Они шумят. То есть шум, видимо, имеет в виду, что в самолетах. Внутри самолетов шум. И качаются. Да, друзья, мы на минутку прервемся, после чего начнем новый час в студии Юмор-ФМ. Добрый день всем, кто слушает радиостанцию Юмор-ФМ. Уважаемые друзья, мы очень рады, что вы с нами, потому что программа «Неформат» в прямом эфире работает именно для вас.
Михаил Задорнов подводит итоги недели, отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете на короткий номер 8870 посредством смс-сообщений 0731. Звоните, пожалуйста, мы подведем итоги этих звонков. На самые интересные Михаил Николаевич ответит в нашем блице. Ну и, конечно же, гостевая книга работает на сайте веселаярадио.ру. Там же работает и онлайн-трансляция. Вы присылаете нам сообщения о своих наблюдениях, и некоторые из них мы сейчас зачитаем. Барнаул. Надпись на киоске. Евроремонт обуви. Прислал Михаил. Вот чем евроремонт от Азия-ремонт отличается? Кто-нибудь не может сказать? Это что, Азия-ремонт — это когда гвозди прямо в ступню тебе, что ли? Вот сумасшедший на слово евро, да? Это евреи так слово евро пропиарили. Видимо так. А как? Я по-другому объяснить не могу. Это евреи обувь ремонтируют. Сапожник Мойша. Евроремонт. Мойша и Сара ремонтируют. Делают евроремонт. Евроремонт. Челябинск, вот это мне нравится. Объявление в поликлинике. Фирма «Богатырское здоровье России» в скобках предлагает инвалидные коляски, костыли, трости. Вот особенно к инвалидной коляске трость подходит. Ну что, как корабль назови, так он и приплывет. Да, и вот в магазин в Казани. Бумага туалетная называется «Попкина радость». Да, это для попугаев. Да. Я просто хочу сказать, вот есть короткое очень сообщение, прежде чем мы вернемся к нашим основным темам. Оно пришло из Вашингтона. Агентство Associated Press сообщает, что власти Венесуэлы планируют в скором времени импортировать около 50 миллионов рулонов туалетной бумаги в связи с дефицитом этого товара первой необходимости, замечает агентство AP. Отмечается, что некоторые граждане тщетно ищут туалетную бумагу на прилавках магазинов уже две недели. Эксперты в области экономики, американцы провели исследование, из американского университета Джонса Хопкинса считают, что причина дефицита – это решение властей искусственным образом удерживать максимально низкие цены на туалетную бумагу. Кошмар. Вот люди озабочены. И научно-исследовательский институт. А мне это напомнило совершенно дурацкую историю, как еще Советский Союз существовал, дружба с Югославией, Югославия существовала, и Китай, обидевшись на Советский Союз, заказал через Бростита, посредника, а Бростита корешился мало с китайцами во времена хунвейбинов, и заказал, решили бороться с деторождением в Китае, ну, чтобы меньше китайцев было, и заказали противозачаточные, сделать для китайцев в Югославии. Ну, где-то на 5 лет. Ну, вы понимаете, сколько противозачаточных китайцев много? Китайцев на 5 лет. Югославия произвела, а когда проводили тест, я не знаю, как это в Китае, оказалось, они не очень доброкачественные. Советская резина там от шин, я не знаю, от чего продавать. Ну, короче, китайцы отказались. И Югославия на 100 лет вперед обеспечила себя противозачаточными, потому что она произвела на весь Китай. Вот такая контракта у Венесуэлы просто не было. У Венесуэла отдыхает за углом со своим контрактом по сравнению с этим. Да, Михаил Николаевич, у нас есть такая премьера рубрики, назовем ее так. Мы долго думали вот о чем. Приходили смс относительно того, о чем все-таки говорят наши политики. Или спасибо вам большое, вы, Михаил, разъяснили нам, о чем говорили то-то или что означает это. Да. И мы подумали, что, может быть, есть смысл наших политиков для тех людей, которые на танцполе, несколько переложить в более понятный, что ли, формат. И, на музыку. Да, на музыку. О, давайте послушаем, что из этого получилось. Замечательный новый вариант. Его. Называется новый вариант нашего проекта «Хит недели». Давайте послушаем в главной роли Владимир Жириновский. Не формат. Хит недели. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский жестко высказался по поводу скандала с растратами в Наукограде Сколково. В частности, Жириновский потребовал разобраться, за какие научные труды депутату Илье Пономареву заплатили 22 миллиона рублей. Студент-недоучка. Гонорар 22 миллиона. Ни один академик наш не получает столько денег. Ни один ученый в Америке не получает столько. А где работы? А работ нету. Поэтому у нас вместо Стив Джобса, Билл Гейтса, Мавроди и Пономарёвы. А теперь для тех, кто на танцполе. Хит недели. Владимир Жириновский. 22 миллиона. Мошенничество в чем заключается? Пономарёв школьник, ученик. Пономарёв ученик. Читает лекции на уровне Ломоносова. Великий Пономарёв студент. Читает лекции на уровне Ломоносова. На уровне Ломоносова. А где работы? Нет, нет. Гонорар 22 миллиона. Гонорар 22 миллиона. А работ нету. Самый высокий гонорар в мире. Но работ
Работы нету. 22 миллиона. Работ нету. Нет, нету. Ни один академик не получает столько денег. 22 миллиона. Статья 159. 22 миллиона. Работы нету. 10 лет тюрьмы. Читаем. Работ нету. Нет, нету. Лекции на уровне Ломоносова. 22 миллиона. Но работы нету. Самый высокий гонорар в мире. Все есть. Работ нету. Нет, нету. 22 миллиона. Работ нету. Ну, надо их как-то изводить. Формат. Сатира. Ирония. Нет, просто правда. Но гениально. Гениально, добавить нечего. Ну, он молодец, конечно, Жириновский. Знаете, это единственный сатирик, которому я завидую. А недавно я выступал на радио «Комсомольской правды», и час в эфире был, а следующий час Жириновский должен был быть. Ну, что значит должен был быть? Он пришел, увидел меня, отвернулся, а потом говорит редакторам: чего вы этого шута пригласили? Сейчас вообще смеяться нельзя. Сейчас плакать надо. Юмористов всех надо уничтожить. Все. И, в общем, он прав. Ведь время-то горькое, по большому счету. Хотя сам он говорит, конечно, очень здорово. И я думаю, что это опять озвучка с подачи сверху произошла. И то, что в Сколково, скажите, ну почему после, вот как после этого не считать меня колдуном, если 3 года я назад сказал, что Сколково превратится в Осколково? Ну, совершенно это и произошло. Вообще, мне надо молчать, Жириновский прав. Не надо предсказывать этот ужас. Ну, а то, что сняли Суркова в связи со Сколково, я думаю, что это был, Сколков был повод для того, чтобы его снять. Знаете, я не знаком с Сурковым, но я понимал по его делам, что этот человек очень умный, очень изобретательный, как сегодня говорят, креативный. Творческий про него нельзя сказать, потому что творческий – это человек от души, а креативный – это всегда за прибыль, за деньги. Да, соображает он классно, но ничего для народа он не сделал. Все было антинародно. Все, что он придумал, было совершенно не затрагивало, простите за это выражение, интересы трудящихся. В результате у нас в стране вообще, после того введения его идеологии, вообще перестали говорить труд, честь, май, июнь, июль. Вообще все слова потерялись, связанные с людьми трудолюбивыми. Я видел его пьесу в Амхате. Я ушел. Это отвратительно. Это низкопробно. Это, может, по словам сложенный хорошо, но с точки зрения нравственности это бесовщина. И я думаю, что если его удаляют, значит, назрела необходимость в другой идее. Но как может быть другая идея, если у нас идея подчинена деньгам, а должны быть деньги работать на идею? И вот пока не усечет этого хозяин всей Руси, что не деньги во главе идеи, а идеи во главе денег. Когда придет в Россию человек, который бы не обманул Россию? Начинаются стихи у Евтушенко. Очень советую всем их посмотреть. Я, к сожалению, их не помню наизусть. Но обидно бывает, когда на День Победы пришедшие к власти менеджеры, по идее того, по идее разработанные такими суперменеджерами, как Сурков, на День Победы на плакатах в честь ветеранов вот располагают портреты воинов, но на фоне немецких танков. Они даже не знают, что это пантеры, солдат варит что-то на костре в котелке немецком. Они форму иногда форма немецкая на наших солдатах в день. Вы представляете, идут наши ветераны и это все видят. Молодежь говорит: мы вас любим, ветераны, слова. А на плакатах-то что? Это то же самое, что недавно произошло на бульваре в День Победы в Москве. Вы знаете, этот случай, вы повесили стихи Ахматовой, стихи Багрицкого, по-моему, Пастернака и перепутали авторов.
Более того, расположили по центру, как располагает компьютерный, ну не спелл-чекер, но формат этот располагает. То, что считалось низкопробностью любого поэта. Красиво располагать симметрично стихи. Кому пришла вообще в голову на бульваре расположить стихи великих поэтов мелким почерком написать? Ну, не почерком, но мелким шрифтом. Кто будет? Значит, это только с одной целью – нажиться на дне победы. Вот она, идеология, когда идея подчинена деньгам. И, а ведь что такое День Победы для нас? Я в Риге его встречаю всегда. Все приезжают. Рабочие, крестьяне, чиновники, все русскоязычные со всех городов съезжаются. И бандиты с проститутками приезжают. Вот это единственный день единения настоящей России. И его правильно мне написали. Надо было бы его перевести в День Единения. И День Независимости. Это праздник сегодня более значимый для России, чем Новый год. А пока есть хоть один ветеран, еще можно жить надеждой, что может еще что-то возродиться. Друзья, мы прервемся буквально на пару минут, чтобы встретиться в студии Юмор-ФМ. Друзья, продолжаем программу «Неформат». Ваши смс-сообщения, одну из них зачитаю, потому что это целая история. Спасибо нашему абоненту из Белгородской области. К сожалению, он не подписался. Слышал очень интересную историю про человека, который рядом со своей работой любил оставлять машину в неположенном месте. Часто его машину возил эвакуатор, и началась борьба с этим эвакуатором. Человек решил поставить каблуки, приварил их к асфальту, поставил специальные замки, приковал колеса замком, чтобы не увяз эвакуатор. Дальше что произошло? Каково же было его удивление, когда вечером он вышел с работы и обнаружил такую вещь. Колеса прицеплены там, где должны быть, автомобиля нет. Эвакуатор все-таки увез. То есть это другая русская смекалка. Он приезжает, ах ты приварил, ах ты, окей. Вы... Представляете, Максим, вот ему нет, чтобы сменить место стоянки, ему не лень было все это варить, ходить, да? А тут оказалось, снял и все, только имей гаечный ключ, короче говоря, и домкрат. Все. У нас была шутка хорошая в Твиттере нашем, который Ян Розенберг, кстати, ведет. Веселое радио. Друзья, заходите, если вы твиттеряне, присоединяйтесь. Так вот, шутка была такая. В России все, что сделано ключом размером меньше 24, считается нанотехнологией. Ну, это очень хорошо. Здорово, я не знал этого. А, знаете, мало сегодня сообщений приходит, потому что вообще-то люди подавлены. Подавлены они вчерашним матчем, конечно, хоккейным. Мало позитивных, да, очень много про хоккей, действительно. И Жириновский прав, как бы не время вообще, даже шутить не хочется. Я не помню такого гадкого состояния, которое бы у меня было за последние 80 лет, как вчера. Какое-то совсем поражение всего, поражение надежд. Ведь Высоцкий писал балет, хоккей и космос. Все, ничего больше не существует. ГЛОНАСС, Сколково, все проворовались, да, балет проворовался, а теперь еще и чиновники. Есть один способ перевести спорт в государственное ведомство, чтобы этим государственным, а всех чиновников разогнать, в конце концов выгнать их на Кипр, зону там построить на Кипре. Пускай там Мутко, такая зона Мутко будет называться. Ну, помните, как Жириновский сейчас говорил. Да, помните, когда премьер-министр кипрского правительства говорил, что они готовы предоставить гражданство всем, кто потерял более 3 миллионов долларов в кипрских банках. Гениально. Это та же самая история. У нас, пожалуйста, гастарбайтеры на Дальний Восток, ага. А олигархи... Олигархи на Кипр. И в банке предоставляется, прямо в банке им гражданство предоставляется. Да. Да, не хочется, друзья мои, говорить о хоккее. Очень сразу ну, потому так что... кислячить, грустнячить хочется. Такая тоска сразу. Безнадега. Вот что ужасно. Не знаешь, как из этого вырваться. Мне предлагают часто, идите в президенты.
Если еще два раза проиграют, я выдвину свою кандидатуру. Но это невозможно. Я часто говорю, я не могу идти в президенты, я не могу заниматься политикой. За мои мысли меня просто убьют, и я ничего хорошего не сделаю. Я должен, наверное, больше влиять на точку зрения людей, чтобы вызрели другого рода люди. Те, которые, повторюсь, идею подпитывают деньгами, а не у которых идея служит деньгами. Вот. А сам я ничего не смогу сделать в политике, но хочется туда ради хоккея. Но ведь многое же вы сделали, вот в частности, с нашим министерством образования. Да, сделал. Более того, действительно собрал, кто не знает, повторю, собрал огромное количество жалоб со всей России от родителей и учителей на ужас, который творится в образовании после реформы. И все это послал в администрацию президента. В интернете можно найти, что все подтверждения тому, что я сейчас сказал, что я не вру. И министерство, и администрация президента мне ответила. Да, ответила. Ответила в течение недели. Весь ваш материал переслали в Министерство образования. Гениально. Как в этой стране можно что-то добиться? Я пересылаю в администрацию. Я же не пишу президенту это прочитать. Я же пишу, что может кто-то из умных найдется, кто это прочитает. Ни одного умного не нашлось. Отписались. Отписались почему? Потому что Задорнов. Я понимаю, потому что каждому не отпишут такое. Но они переслали тому, на кого жалуются, и попросили его разобраться. А я написал после этого в своем блоге. А теперь я прошу Министерство образования отослать жалобы по адресатам, авторам этих жалоб. Пускай сами разбираются со своими жалобами. Вот это достойное завершение будет этого всего. У нас есть красный свет, это цвет энергии, есть зеленый, это цвет уже творчества, сердечности, творчества, а есть желтый, блокирующий. Вот на светофоре очень точно красный, набираешься энергии, желтый, включаешь скорость, и творчество началось. У нас желтый цвет по всей стране, у нас везде затык. Кстати, желтый цвет — это цвет желудка, желтый, желудок, желчный. То есть жратва, мир потребления. Мы вошли в желтый цвет мира потребления. Нам надо запитываться, начинать снова. Слушайте, американцы многому научились у России. Они планируют свою экономику, не у России, у Советского Союза. Они переняли лучше. Они в хоккей играют так, как учил Тарасов. Но добавили только игру на пятачке свою. По-своему это делают. Но они-то у нас научились. Почему мы не учимся у самих себя? Я все время это говорю и повторяю. Молодое поколение, растите и будьте уже более развитыми, чем то поколение, которое сейчас управляет Россией. Ну, Михаил Николаевич, мы все-таки, наверное, чему-то учимся, но не мы конкретно. Я не хочу себя ассоциировать с теми людьми, которые учатся у Запада кое-чему. Но, тем не менее, на этой неделе в очередной раз была отклонена заявка на проведение гей-парада. И активисты этого... Что я теперь делать буду? Активисты этого движения собирались пройти с шествием по центральным улицам столицы, но запретили им, к несчастью большому для них, это сделать. Более того, даже запретили это сделать в Химках. Причем глава департамента безопасности Москвы Алексей Майоров заявил, что потребности в проведении гей-парада в городе нет. Ну, такие вот слова. Это возмутило очень активистов. А интересно, что означает «потребность есть»? Вот если потребность нет, то значит где-то потребность есть. А это что такое? Я хочу знать. В городе нет, они обратились в Химки. А, ну а в Химках? Может, потребность есть. Может, а вдруг в Химках есть потребность? Администрация подмосковных Химок отказала в проведении гей-парада, так как он может нарушать уклад жизни горожан, а также не отражает нравственных потребностей населения, которые, видимо, ожидают организаторы этой акции. Ну, такой извечный вопрос. Об этом бы, наверное, не стоило говорить, если бы не сообщение, которое пришло к нам на СМС-портал. Пишет нам человек: слышали о гей-параде в Грузии? Подрались активисты с противниками. Пострадали 18 человек. Очень смешно. Пассивные с активными. Вот надо было писать. Подрались на гей-параде. Меня все время ужасает. Вы знаете что? Вот это
пиар, гей-парад. Ну, гей ты гей. Ты что на парад? Ну, это болезнь, это расстройство гормональное. Кстати, это один из пунктов программы подготовки России в услужение Западу. Потому что геи очень хорошо обслуживают всегда. Вот даже в магазин придешь, смотришь, гей туфли продает. Он всегда расскажет тебе, какие шнурочки, завязочки, бантики. Он все тебе, мужлан, ни черта тебе не расскажет. Но при чем тут парад? Ты гей, будь геем. До чего вы дошли в Латвии? Там же все хотят подражать Европе во всем. Провели 9 мая. Раньше встречи с ветеранами были. А теперь во многих латышских школах проводят вечера встречи с геями, с престарелыми. А, мол, скажите, а как вы дошли до такой жизни? Не, не дошли. Как вы живете? И он рассказывает, как хорошо, как он стал геем. То есть, как он... Да, нормально. Ужас. Ему дарят гвоздички, как дарили когда-то ветеранам. Так в этом году провели в одной из школ встречу с ветераном-геем. Кошмар. Ну, это падение нравственности. Ну, я думаю, что они просто не рады то, что им дарят гвоздички, а, наверное, хотели бы, чтобы им дарили что-то другое, потому что тут есть сообщение, что в Удмуртии при обыске, ну, сейчас идут обыски по всей стране, повсеместно, ищут деньги ворованные, да, взяток и так далее. Так в Удмуртии у одного из депутатов нашли коллекцию фаллоимитаторов. А искали деньги? Они не догадались, что у них, что внутри фаллоимитатора бабки. Потому что все так шокированы бывают. Знаете, я видел, как одного трясли на границе с Тунисом и увидели фаллоимитаторы. И сразу, а они арабы, они же очень такие нравственные. Коран запрещает вообще это. И таможники сразу фу-фу-фу-фу-фу. А он ко мне подошел, говорит, а у меня бабки там. Он в членах бабки провозил. А арабам нельзя дотрагиваться. Таможникам. Гениальный способ. Друзья, через минуту мы снова в студии. Ну, мы продолжаем программу «Неформат». У нас осталось полчаса. Можно уже сказать, что такая финишная прямая забрежила впереди, а нам еще нужно очень много обсудить чего. Но пройти мимо ваших сообщений мы не можем. В рабочей тетради к окружающему миру третий класс. Автор Плешаков. Есть задание, то есть в учебнике дается следующее задание третьеклассникам. Нарисуй детали бытового фильтра для очистки воды. Пишет родитель. Мы это не выполнили. Я взрослый человек, я не знаю, какие там детали. Но в эти тетради есть тема. Третий класс, повторяю. Слышите? Третий класс. Государственный бюджет. Придумай. Задание. Придумай сказочную страну и составь для нее бюджет. Ну, ребят, нормально это? И еще много смс пришло сообщений. Вот каких. Вот я прямо перед собой вижу. А у нас в Костроме гей-парад проводится 2 раза в год. А вот из Новосибирска, у нас только 1 раз в год. Началась перекличка после того, что мы с вами сказали. Нормально, включили тему. А один мне пишет, Михаил Николаевич, оставьте в покое геев. Я оставлю вас в покое, но и вы нас оставьте в покое. Что вы нас все время за шлыту держите? Ну что же это такое? Я вроде мужик, а вроде как фуфло оказываюсь в сегодняшнем мире. Оставьте нас в покое, понимаете? Потому что... Руки прочь от химок, одним словом. Руки прочь! От мужланов. Я, ну, друзья мои, ну нет же парадов больных остеохондрозов. И нет парада больных, там, я не знаю, радикулитами. Ну как? Ну, ребят, живите себе спокойно и не будем друг друга трогать. Ну, на Западе есть, это вот модно, понимаете? Это вот такая история. Да, мы хотим, как на Западе. Это комплекс неполноценности. А Запад это западня, я всегда говорил. Но у нас еще с вами много разных тем есть. Да, у нас есть темы, связанные с, например, курением. Мы эту тему обсуждали несколько раз. Ой, простите, Максим, а кстати, я забыл сказать, когда говорил про образование, что по опросу в интернете Ливанов, министр образования, опередил по ненависти народной Чубайса. Чубайс вышел на 2-е место, пропустил вперед Ливанова. Он на них как на ипподроме на лошадей надо ставить, которая придет в следующем месяце первой. Хотя, кстати, о Чубайсе впервые сказали официально, что будут его делом заниматься. Это тоже сверху дан знак, мол, ребята, потихоньку можно начинать рвать.
его, потому что раньше такого знака не было. Только один человек себе позволял говорить со сцены то, что он думает про Чубайса. Это Михаил Задорнов. Он неформатно даже приводил такого бога белорусского в концерте. Я не думал, что это пройдет по РЕН-ТВ. Это прошло в одном из концертов. Кстати, этот концерт один из самых рейтинговых моих концертов. Я говорил, что действительно в одной из книжек о древних славянских мифах я прочитал, что Чубысь или Чубась, произношение разное, это домовой пакостник в древнеславянской мифологии, воровал энергию дома. Изображался рыжий крысой. Электроэнергию. У древних славян электроэнергию дома воровал. Рубильники выключал, где не надо, бегал. Вот. Изображался. Вы, кстати, думаете, вот сейчас многие подумают, что мы всерьез сказали так, из молодых. И изображался рыжей крысой с человеческим лицом. Это домовое. Но скажите после этого, что наши предки не колдуны, не ясновидящие. Вот. А про Ливанова я посмотрю. Может быть, и какой-то божок найдется и на Фурсенко, и на Ливанова, и на Мутко. Да, надо действительно посмотреть. Такое возможно. А Путин знаете, что означало в древнеславянском языке? Вообще, эти слова такие точные. Вот Воркута. Мне надо лететь в Воркуту снимать фильм о Гипербореи, о древности северной. И я посмотрел, что означает Воркута. Гениально. Задержи вора. На местном языке вор, так же, как на русском, вор означает того, кто ворует. А кут-кут — это поймать. И приехал кто-то из российских чиновников в местечко, деревеньку, и люди бежали и кричали: «Воркут, Воркут, Воркут за каким-то вором». И он так и назвал город Воркута. Как назовешь яхту, так она и поплывет. Какие точные фамилии, названия, да, бывают. Так вот, Путин означает боль в спине, радикулит. Радикулит — слово не наше, а древнее название — Путин. О, как интересно. И он действительно ходит в последнее время хуже. Говорят, что у него есть боли в спине. Ну, вроде как спортивная травма. Об этом действительно было много сообщений. Ну, с другой стороны, у кого нет спортивных травм? Ну, конечно. Ну, мы не знакомы, я не знаю. Я так просто сказал, к слову. По поводу закона о курении, который Госдума приняла во втором чтении. Он очень жестокий и даже жесткий по отношению к людям, которые курят. Мы много раз обсуждали, есть просто на эту тему смс-ки. Что вы думаете по этому поводу? Михаил Николаевич, ваше мнение еще раз. Итак, человек курит, нагло дымит вам в лицо. Что происходит? По закону я должен дать ему в морду. По закону природы, а не юридическому. Просто взять и дать в морду. Или плюнуть там, допустим. Потому что дымить мне в лицо — это то же самое, что плюнуть тебе в лицо. Но многие этого не понимают. Кстати, я не люблю, когда меня и даже за пуговицу трогают. Вообще, это признак вампира. Да, вот знаете, ну, за пуговицу в смысле пиджака. Но когда вот стоять с тобой и за пуговицу начинают тебя трогать. А есть, которые дотрагиваются до плеча, до руки, до твоей, да? А что это означает? А, секретик расскажу. Это значит, человек хочет испить вашей энергии. Это первый признак вампиризма. И когда человек курит вам в лицо, он вас этим раскрывает, потому что вы начинаете нервничать. А когда вы раскрываетесь, вы отдаете энергию. И я, например, считаю, что все, что касается курильщиков, как и геев, пожалуйста, но в отведенном для этого месте. Специально. Сколько угодно. В гайд-парке. Кстати, на многих в гайд-парке, где тебя ждут. Я хочу еще сказать, что вот во многих курить — слово не очень точное. Точное — кумаре, которая произносится фумаре. Фумаре, МР, это морить. Это ты сам себя моришь. Но есть курильщики, которым сложно избавиться, и которым лучше уже не бросать курить. Потому что стресс будет такой, что могут сосуды совсем сжаться, и может кризис быть. А, кстати, знаете, хороший выход от кризиса, мы подумали тут в компании в одной. Вот сейчас опять кризис грядет. Лучше от кризиса... В Латвии же кризис реальный. Это у нас самогон вместо валюты. А у них-то это валюта. И я предложил латышам очень хороший выход из кризиса. Кома. На время кризиса надо в кому впадать. Во-первых, у меня один друг пролежал в коме 10 дней.
Он вышел интеллигентный, похудевший, так он обжирался все время. А тут похудевший, сбросил, хорошо себя чувствует. Денег не затратил никаких. Государство берет на обеспечение в это время. Не объедается человек, нервы экономит, не волнуется. Так что, друзья мои, есть несколько способов попасть в кому. Но об этом в нашей передаче мы говорить не будем, у нас юмористическая передача. Да, вы знаете, я хочу просто сейчас перейти вот к какой теме. У нас в ближайшее время стартует на дружественных нам частотах канал, который называется «Пятница». Ну, я обещал ребятам, что мы это сделаем, некое промо, что ли, или расскажем про этот канал. Стартует он по всей стране на частотах телеканала MTV. Это будет развлекательный, юмористический новый телеканал. Еще раз повторю, называется он «Пятница». Но они нам прислали гимн телеканала «Пятница». Давайте его сейчас послушаем. Он же гимн Робинзона Круза. И абсолютно честно обсудим его. Давайте. Мне вообще идея нравится образовать такой не очень такой юмористический канал, чтобы и радио, и телевидение, и чтобы это было немножко неформатно, а то совсем заформатились. Такое алкоголь, это головная боль. И курение табака вас убьет наверняка. Только наши телетрансляции можно смело наслаждаться. Хватит ныть, давай. Сегодня пятница. Понедельник – трудный день, вторник – тоже трудный день. Вот так, без объявления войны это прозвучало. Да, но знаете, мне концовка-то мне понравилась. Сегодня пятница, это хорошая для гимна. Музыка тоже прикольная, вроде как очень серьезная, вроде как. А вот мне кажется, надо переписать слова. И спеть так, чтобы было понятно, что они поют. Ведь я сейчас как в опере, я половину не понял. Когда поют все сразу, друг с другом спорят, я кое-что не понял. Потом прийти... Нет, я бы переписал. Давайте с вами перепишем слова этого гимна. Хотя концовку бы я ребятам оставил. Я обещал, да, что мы попробуем это сделать. Я надеюсь, что у нас остались радиослушатели после этого. Искренне. Потому что я бы такое в эфир никогда не пустил, но просьба есть просьба. Если мое мнение вы хотите, друзья, это надо переписывать однозначно. Это все очень странно звучит. Это мы надеемся, что в эфире телеканала будут прекрасные, замечательные передачи. Мы желаем ему добра, счастья и удачи. И уверен, что мы будем с ними работать и дальше. Это наш дружественный телеканал. Да, будем, да. Но знаете, вот когда специально шутят, не смешно. Абсолютно. Вот как сказал Толстой про Андреева. Он говорит, он меня пугает, а мне не страшно. И также здесь. Они шутят, очевидно, а мне не смешно. Великолепный гимн, знаете, у кого был? У КВН в начале. В урочный час мы собираем клуб наш веселых и находчивых. Песня «Капитанов» была замечательная. Ну, что вы копнули 61-й год. Я 61-й копнул. Смотрите, какая память у меня. У меня силикон вместо памяти. Новый. Но, по-моему, так не надо так долго и неостроумно шутить. Надо однозначно переписывать надо. Да.
Ну что, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, после чего выйдем на нашу финишную прямую, где вас ожидает и блиц, и самые интересные темы итогов недели. Ну вот мы и выходим на финишную прямую программы «Неформат». В прямом эфире мы для вас почти два часа сегодня работали. Михаил Задорнов, который отвечает на ваши вопросы, традиционно является главным автором и героем нашей сегодняшней и всех программ «Неформат». И меня зовут Максим Забелин, я продюсер радиостанции «Юмор-ФМ», читаю смс-ки, ну и как могу, помогаю Михаилу Николаевичу. Смс очень много. И есть такие, которых, друзья, почитайте, пожалуйста, на сайте. Мы не будем сейчас это все озвучивать в эфире. Обиженных много, да. Поэтому Максим говорит, не будем. Особенно за гей-парад обиделись многие. Ну, это не многие, некоторые. Многие обиделись за курильщиков, то, что сравнили их не очень корректно с геями. Речь шла просто здесь... А кто обиделся здесь, геи или курильщики? А, курильщики. Ну, видимо, да. Но... Но извините, друзья, просто образно мыслю. Я не математически точно мыслю. Да, и очень много задач пришло. Я почему рекомендую вам почитать наш сайт. Здесь задачи из различных 3-4 класса. В частности, здесь да, интересно, пара пишет, времени просто пара пишет, что дочери задали во втором классе сделать фантастического робота для бытового использования. Для бытового использования робота? Да, думала пара неделю, до сих пор ничего не сделали. Рекомендую. Буратино. У нас, да, пожалуйста, Папа Карло, вперед. У нас есть, Михаил Николаевич, наша традиционная рубрика «Блиц». Люди звонили в течение эфира, да, задавали готов. Вопросы. Итак, наш традиционный «Блиц». Добрый день, Михаил Николаевич. Константин, город Москва. Владимир Жириновский предлагает отказаться от длинных выходных и оставить праздничными днями лишь 1 января и 9 мая. По его мнению, большое количество нерабочих дней приносит лишь вред. А вы с этим согласны? Я не могу с этим не согласиться, потому что это была моя идея. И я уже долблю об этой идее много лет со сцены. И это было во многих моих концертах. Ну, так, наверное, жестко не надо, два праздника, но 4 я бы оставил. А вообще это безобразие, когда день труда празднуется 12 выходными. Я согласен с Жириновским и еще пару таких его предложений, и я буду вступать в его партию. Я стану ЛДПРом его партии. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Артем из Железногорска. Вот скажите, футбол английская игра, мы в нее проигрываем. Хоккей канадская, тоже проиграли. А может, вы предложите какой-нибудь наш древнерусский вид спорта, за который мы будем болеть? Есть такая игра, стенка на стенку. Есть еще лапта, которую американцы превратили в бейсбол. Но все-таки хоккей игра не канадская. У нас всегда играли с клюшками на льду. Просто канадцы первые, кто запатентовали. В Канаде впервые запатентовали этот вид спорта. Это не их игра. Это была игра северных народов. И первые играли в хоккей канадцы или скандинавы, или русы, росы. Трудно сказать. В летописях об этом ничего не сказано, и поэтому можем только гадать. Нет, нам нужно все-таки наш хоккей, наш спорт весь поднимать, и то, как я и говорил, поднимать своей системой, другой совершенно, выращивать своих спортсменов, а не легионеров. Извините, я об этом уже говорил. Да, но здесь еще сообщение пришло очень в тему. Предлагаю исключить хоккей из олимпийских видов спорта, пока не поздно. Пока не поздно. В Саратовской области. Но... Остроумно. Чтобы поезда не опаздывали, надо решить лишить расписание, вокзалы расписания, убрать расписание. И тогда поезда не будут опаздывать. Это единственный наш способ не опозориться. Или, как я уже неоднократно говорил, если мы хотим, чтобы наши спортсмены на зимней Олимпиаде в Сочи взяли золото, надо оформить сборную цыган. Они возьмут все золото в первый же день. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Сергей Брянск. Скажите, а вы помните, когда вас первый раз в жизни взяли автограф? И какие вы чувства при этом испытали? Спасибо. Первый раз в жизни у меня взяли автограф в Баку. Ко мне подошли бакинцы и сказали, мы вас так любим. А я первый раз в жизни приехал в Баку и по телевидению еще не выступал. Это был, наверное, 82-й год. И они взяли у меня, я так в веснушках был весь, и взяли автограф, я им отдаю автограф, думаю, о, так воскордился, они говорят, мы вас так любим, Измайлов. Вас Леон Измайлов так любит. Я сразу стал скромнее.
Ну, то есть Леон Измайлов тоже был в веснушках. Леон Моисеевич, да, привет. Надо, кстати, ему наверняка. Да, Леону привет большой. Надо будет ему рассказать эту историю, как я впервые дал автограф. Добрый день, Михаил Николаевич. Дмитрий из Иркутска. Жена хочет купить столовый сервиз на 24 персоны. А я ей говорю, что столько народу в нашей однушке не поместится. Как мне ее отговорить? Ведь сервиз-то дорогой. На 24 персоны, а вы говорите, в однушке живете? А вы пригласите 24 человека и заставьте ее наготовить и накрыть на них. Она навсегда откажется от идеи на 24 персоны. Но ее задача, ведь вы не поняли ее задачу. Я только сейчас пока говорил про Сёк. Она хочет, чтобы вы купили сервиз, а потом под этот сервиз квартиру поменяли. Вот ее настоящая задача. То есть такие намеки. У Ширвинда книжка вышла. Он пишет о семье, о жене, о доме. А он очень скромный в быту человек. Он вообще гений. Он гениальный остроумец. И книжка у него – это лучшая литература, которую я читал за последнее время. И я за последнее время прочитал две интересные книжки. Это Ширвинда и еще одного историка, который пишет, почему наши враги – англосаксы в первую очередь. Это Стариков, его фамилия, я всем советую. Это очень серьезный анализ всей исторической ситуации. А у Ширвинда великолепная юмористическая литература. И ему жена заявила лет 5 назад: или ты, или я, или театр. Гениально, Шур ответил, вы оба мне надоели. Да че же он остроумный человек. Я когда-нибудь расскажу, каким свидетель я был свидетелем его остроумий, вот так скажем. Знаете, мы были... А я не помню, я об этом рассказывал, нет? Ну ладно, не помню. Потому что в компаниях я иногда об этом случае рассказываю. Ну, будем считать, что у нас сегодня компания. Мы были на одной свадьбе в городе Кёльне. И было это в начале 90-х годов. Уже тогда появилось слово «звезда». Мне недавно один написал, молодой человек: вы настоящая звезда, через «и». Вот мы тогда звезды были. Вот полные, значит, звезды. И мы поехали в Кёльн выступать на свадьбу. Жванецкий, Ширвин, Державин, Бабаян, я. Вот. И жили мы в отеле. Свадьба была русская. Ну, еврейская, но русская. То есть по-русски. То есть, это значит, через два часа она закончилась, потому что все опьянели до нельзя. Но недопитие осталось у нас, у звезд. Потому что мы выступали и не успели столько выпить. И когда мы уходили со свадьбы, естественно, что каждый прихватил из звезд. Я прихватил бутылочку, и Жванецкий прихватил, и Ширвин, и Державин. И когда мы вышли со свадьбы, у всех оказалось по бутылке. Такие вот звезды из России приехали. И мы выпили на улице одну, пошли искать Нотр-Дам в Кёльне, нашли, очень обрадовались. И Жванецкий говорит: хочется какой-то закуски еще, чем мы так пьем? И Ширин говорит: пойдемте к нам в номер. У него был с Наташей большой номер. У них с Наташей был. Мы пришли, а мы жили в гостинице, где жили турки-строители. Они строят много в Германии. И Ширин говорит: Миша, говорит, Державин, ну пойдем закусочки достанем. Он говорит: понял, пошли. Они вышли и приходят с полной тарелкой закусона. Но какой-то очень разнообразный закусон. Ломтик рыбки, бутербродик с сыром, как-то тарталеточка какой-то. Жванецкий, надо сказать, глаз, ну, алмаз просто. Говорит: я что-то системы не вижу вашей. А Ширин говорит: места надо знать, Миша, говорит он. Оказалось, дело в том, что турки заказывают ужин к себе в комнату. И когда не доедают что-то, выставляют на подносе в коридор перед дверью. И вот Ширвин с Державиным обошли эти подносы, собрали с подносов недоеденное турками-строителями, сервировали для звезд российских и принесли. И мы ели, никто же догадаться до этого не мог. И вдруг Жванецкий говорит: я сладкого хочу. А Ширвин говорит: Миша, за сладким надо ехать на другой этаж. Здесь мы уже все собрали, сказал он.
Но замечательные книги у Александра Анатольевича вышли. Величайшая юмористическая литература. Всем, кто торчит на телевизионных форматных юмористических программах, советую почитать, что такое действительно настоящий юмор. Добрый день, Михаил Николаевич. Вам звонит Юлия из Саратова. За мной ухаживает парень, но, по моему мнению, как-то вообще не оригинально. А у вас был в молодости оригинальный способ ухаживания за девушками? Был. Я стал зарабатывать свои первые деньги. Меня уже приглашали на концерты. И мне очень нравилась одна девушка. И она жила в Хрущевке. И я решил написать, что я ее люблю в подъезде. Но я решил это сделать романтично, на потолке. И крупными буквами. И я нанял двух маляров за 25 рублей. И они пришли с кисточками, с ведрами и написали на потолке крупно «Я тебя люблю». И она вышла, и ее это вдохновило, когда она увидела, что я залез наверх. Она не знала, что я заплатил 25 рублей. Блестящая история. Друзья, ну, таким вот незатейливым способом наша программа подошла к концу. Я откладываю все оставшиеся новости, потому что это не так интересно, как те истории, о которых вы рассказывали. Я думаю, что сегодня мы поговорили очень о многом, об интересных вещах. Уверен, что мы очень скоро встретимся. И хочу поблагодарить вас за то, что вы остаетесь с радио Юмор-ФМ. И спасибо вам большое, Михаил Николаевич. До встречи. Ну, благодарю. До встречи.